В столице открыли мемориальную доску герою Советского Союза Оке Городовикову. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. Агентство новостей «Москва» сообщает, что в столице открыли мемориальную доску герою Советского Союза Оке Городовикову. Она открыта в доме 11 в Большом Ржевском переулке, где военачальник прожил почти 20 лет. Доску установили по инициативе постоянного представительства Республики Калмыкия в Российской Федерации и при содействии Клуба героев. Ока Городовиков является героем Советского Союза, генерал-полковником, участником Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Отмечается, что эта доска стала первой из 5 мемориальных досок героям, которые будут открыты в этом году. На этом все. Следите за новостями из жизни столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!